Раджа готовится к последней битве. Сандакан и Янза заключают в тюрьму Калбара, где им приходится вступить в битву с заключенными. Назима с помощью магии похищает Мариану на остров Дьявола. Остров Дьявола. Где я? Хорошо, ты проснулась. Назима, что здесь происходит? Нечто ужасно захватывающее, и это приближает твою смерть. Проклинаю тебя, Назима, ты не испугаешь меня. Как раз я решаю, что лучше, отдать твое сердце Кали или послать его твоего возлюбленному Сундакану. Если бы я не была связана, то я показала бы тебе. Тихо! Это мой остров, и я здесь решаю, где и кого и когда казнят. Ты мешаешь проводить мне святую церемонию. Я освободил тебя, а ты захватил ее. Это несправедливо? Ну, прямо сладкая парочка. Освободи ее, или получишь пулю в сердце. Заблуждаешься. Ты дурак. Никто не смеет угрожать мне. Я так не думаю. Крекс, фекс, пекс. Пойдем, дорогая. Следующая наша встреча будет последней, Марианна. Так-так. Знакомая птичка. Значит, и хозяин ее где-то рядом. А, полковник Морленд мог следовать за нами. Это все упростит. Брат, смотри, остров Дьявола. Мы плывем по узким фьордам. Помнишь эту норвежскую песню? Куда этот канал ведет? Судов спрятано здесь. Суда Белого Раджи, который он захватил у англичан и местных торговцев. Возможно, он выбрал лучшее место. Это должно означать, что суда вернулись. Только одно? А где же остальные? Что случилось с нашими братьями? Я? Ты дурак! Ты имбецил! Где мои суда? Это не я виноват, Белый Раджа. Изменник! Изменник нас предал! А что мой корабль? Потоплен англичанами! Если бы я не нуждался в таких людях, я бы вас всех убил! Уберите его с моих глаз! Уберите его! Эта крепость хуже лабиринта. Сандакан никогда не найдет меня. Я должна найти выход сама. Ваш завтрак, мисс Марианна. Убирайтесь, я не хочу. Хотя нет, подождите. Поставьте на стол. С этого момента это ваш новый дом. Вы будете здесь есть, спать, мыться, не знаю, что вы еще там делаете. Это похоже на древнеримскую арену. Не разговаривать! Строй! Вы отстой общества! Головорезы! Разбойники! Преступники! Но Белый Раджа нуждается в вас! Поэтому вы станете неукротимыми солдатами! Держу пари, Мариана заперта там.
Разговорчики в строю. Никак нет. Пожалуйста, скажи, никак нет, сэр. Нет, сэр. Что, я не слышу? Нет, сэр. Громче. Нет, сэр. Что-то мне знакомо твое уродливое лицо. А? Да? А мне ваше нет, сэр. Нет, сэр. Разговорчики в строю. А с тебя я не спущу глаз. Сандакан, он здесь, он рядом, я чувствую. Ты мои глаза. Иди и найди его. А когда придет время, ты станешь моей правой рукой. Я смотрю, вы обустроились на новом месте и даже позавтракали. Я жду ответа. Когда я спрашиваю, я жду ответа. Вот тебе ответ. Ты неблагодарная девчонка. Это твой ответ тому, кто дал тебе хлеб, воду? Посадите ее в карцер. И не спускать с нее глаз. Пусть просит пощады на коленях. Шевелитесь, крысы, быстрее! А? Приказ от Белого Раджи! Остановиться! Построиться! Нам нужны двое добровольцев. Устроить соревнование. Занявший первое место получит караульную службу во дворце, а проигравший, занявший последнее место, будет мыть посуду на кухне. Орел или решка, маленький брат? Орел! Я на кухню. Начинаем немедленно. И получаете караульную службу. А ты худший солдат, и твое место на кухне. Это комната пленницы, следи за ней. Не открывай ее первому попавшемуся. Вслушайся в любые подозрительные шумы. Ее могут попытаться убить. Выполни все, что от меня зависит, сэр. Я никогда не видел столько грязной посуды. Вымой все, и когда закончишь, будешь полировать мебель и чистить картофель. Ничего смешного, поверь мне. Понял, ничего смешного, пахка. Кто это может быть в такой поздний час? Кто вы?
вы хотите от меня? Убирайтесь отсюда немедленно. Это единственный путь, чтобы увидеть вашего любимого. Сандакан! Ты не узнала меня? Нет, я боялась, что никогда не увижу тебя. Ну ладно, моя любовь, поговорим об этом попозже. У нас будет много времени. Я люблю тебя. Сандакан, как ты сюда попал? Это долгая история. Расскажу, когда выберемся отсюда. Мы выберемся. Мы обязательно выберемся. А где Янос? Пако! Пако, где ты? Слушай, хватит прятаться от меня. А вот ты где. Мы закончили нашу работу, Раджа. Может быть, стоит подслушать? Я должен кое-что тут убрать. Кто-нибудь дома? Пошли. Здесь никого нет. Но они вошли ведь так же, как я. А, где же они? Делаешь, прекрати шуметь. Давай-ка потише. Ты хочешь, чтобы нас поймали? Хорошая работа у Шитора. Это ваша потайная дверь. Прекрасный запасной выход, если понадобится. Что здесь происходит? Моя коллекция в беспорядке. О, никто не мог зайти сюда, Белый Раджа. Я буду смотреть в оба. Здесь никого не может быть. Никого здесь вообще не может быть, Белый Раджа. Это должно быть служащие. Да? Ну так накажите их. Моя коллекция. Чуть не помер от разрыва сердца. Маленький брат, я вижу, ты нашел свое истинное призвание. Да. 300 тарелок в час, и за качество каждой я отвечаю лично, понял? Нам надо найти Мариану. Ты нашел ее? Да, она заперта в клетке в крепости. Ну и что ты узнал? В палатках Белого Раджи есть секретный проход, который ведет наружу. Есть идея, маленький брат? Да. Что ты думаешь о романтичном ужине при свечах? Ужин? Посмотри сюда. Летучая мышь на зиму. Дай-ка поймаем ее. Шпионит за нами. Поймал ее? Молодец, маленький брат. Если Назима узнает, где мы, у нас большие неприятности. Я должен пойти и сказать Мариане, что у нас есть план. А я позабочусь о нашем маленьком друге. Это от Марианы. Да? Она наконец-то пришла в себя и хочет попробовать карри со мной? Она предлагает приготовить специальное блюдо из килтара и пообедать со мной в моих палатах. Исполнить все ее пожелания. Я знал, что скоро покорю ее. Что происходит? Рад видеть вас. Ты решила присоединиться ко мне, дорогая? Отличная идея. Конечно, и самое время попробовать специальное блюдо из килтара, которое я приготовила вам. Конечно. Вы умеете готовить? Ну что же, мне не терпится попробовать это экзотическое блюдо. Нет, пожалуйста. Нет, пожалуйста, вы. Я чувствую запах экзотических специй. Что это такое? Что происходит? Я требую объяснений. Вот наше объяснение. Не может быть, это Сандакан. Как и обещали Раджа, специальный из килтара. Безумец, тебе не уйти от неизбежного. Тихо.
Проклятие! Я знала, что Сундакан попадет на остров. Иди и убей его! Откройте секретный проход! Ты дорого заплатишь за это, Марианна. Я сказал, тихо! Научись принимать поражение, Раджа. Никаких уловок. Я буду мстить, вы увидите! Давайте поспешим. Поживем, увидим. Ты проиграл. Я не хочу потерять возможность увидеть твое лицо. Мати! Ушитора! А ну покажи мне, что ты еще можешь. Иди сюда. Давай. Прыгай, прыгай. Твоя кошка. Ты будешь вечно жариться в огне, Сандакан. Взять их! Идите, я прикрою! Поймайте их! Они не уйдут далеко. Поспешите, спешите! Не получается, каков план Б? Марианна, проползи! А как же вы? Беги, ты наша последняя надежда. Я приведу помощь! Что-то случилось у Шатора, где они? Возможно, они уплыли. Хотел бы так думать, мой друг. Мы должны вернуться. Боже мой, корабль! Это не твои друзья. Бежим наверх. Двигайся, Янес. Мы должны идти быстрее. Пойманы, как мыши в мышеловке. Держитесь. Сколько вас будет? Я только разогрелся. Помощи,
собираешься поджариться, маленький брат? Ты разве не видел летучую мышь на зимы? Огонь только иллюзия. Иллюзия? Ничего себе горячая иллюзия. Закрой глаза и пройди прямо через него. О! Огонь исчез. Ха, куда он делся? Не могу поверить. Это сокол белого раджи. Давай. Ну-ка, улетай. Как видишь, я могу быть беспощадным на зиму. Вы подвели меня. Вы позволили ей захватить корабль. Слава богу, у меня получилось. Делать? Конец для вас обоих. Я так не думаю. Таким образом, вы наконец поймали их. Не без вашей помощи, конечно, надо признать. Но опять позволили Мариане уйти, бездарь. Смотрите, как он удивился. Как видите, я могу быть беспощадным на зиму. Теперь никто не покажет место расположения нашей крепости. Я сожалею о девочке. Ты грязный убийца. И теперь твоя очередь, Сандакан. Человек за бортом, человек за бортом. Это женщина. Что случилось, госпожа? Пожалуйста, помогите мне. Я должна добраться до самого близкого английского гарнизона. Но я не вижу, как мы... Я прошу вас, это вопрос жизни и смерти.